Вас вітає служба інформації телерадо компанії «Гомель» у студії Маргарита Шубукова. Доброї раниці. Аграрії Гомельщини подвели виніки. Напередодні дня працівників сільської господарки і перепрацовувальної промисловості у Єльську пройшли обласні дожинки. Неглядячи на те, що собраний урожай оказався меншим, ніж планувалося, у цілому робота в'язковців оцінена як годна. На святі працівників вёски побував Олег Сінцюров. Тракторы и автомобили на областных дожинках у Ельску – это не просто техника, а подарунки переможцам. Не глядя на проблемы, связанные пеш за все несприятными климатичными умовами, у значной части господарок достигнуты недренные выники. 242 экипажа намолотили больше 1000 тонн сбожа. Сирот тысячников и амаль 300 водителей. Безумовные лидеры – экипаж Василя Коваля и Виталия Ильева за агрокомбинат Холмич Речицкого района. Зараз они подводят выники. Было не просто, а в целом все отрымалось. 16,5 тысяч намолотили общие, мы с своим экипажем 3,5 тысячи. Поэтому для этого года, я считаю, это вполне хорошее. Новый урожай представили на дожинку с химкермаши. Тут и бульба у мехах, и домашние нарыхтовки у слоиках. Плюс разностайные продукты харчевания, на штат сала, колбасы и инших присмаков. Аграрный сектор головную задачу выконал. Харчовая безпека гарантована. У лечбовом выражении на кожного работника сельской господарки все это на Гомельщине уже реализована продукция на 9,5 миллионов рублей, супроть 6 у среднем по республике. Осенники, урожай 2015, капуста, морква, перец, цибуля, яблоки и самое головное, хлебный каравай, як символ багаття и добробыту. На дожинках у Ельску представники усіх районов в области по сутности сёлета своей працы може гонориться кожный. Было не просто, а лишь не разгубились и працавали самоотданно, что, до речи, у вынику повысило еще и власную самооценку. Можем, коли необходимо. Мы что-то стоим, когда в любой обстановке, при любой погодных условиях, мы делаем дело, которое дает возможность коллективу жить и нормально работать. Мы не уменьшили производство, особенно животноводческой продукции, и думаем, начало 2016 года будем идти с приростом. Хоть дожинки – это свято не только работников сельскохозяйственных предприятий, але и у всех, кто связан с агропромысловым комплексом, вытворцов техники так само. Причем на одной линейце не только сучасные тракторы и комбайны, некоторые из яких, до речи, покуль еще проходят выпробование и існуют у одинковых экземплярах. Тут же сельскохозяйственная техника, на якой працавали несколько десятилетий тому, сегодня до ее можно относиться по-разному, але видовочно, что без достижений минулых поколений аграриев не было бы и сегодняшних успехов. Трактор Т-74 усяго было выраблено около 900 тысяч таких машин. Вот это, например, працавал у колгасе 21-й съезд КПСС Речицкого района. Кажут, что по своем часе это был вельми надежный трактор. Переможцев областных дожинок все это вызначали по 4 номинациях. Лепшая по уборце сбожевых и зернебобовых, лепшая по нарыхтовце кормов, плюс 2 номинации по живелогадовле. Гомельский, Ветковский и Добрский районы. На жневе они были соправды лидерами. Напрягать никого не приходилось. Даже замечаний было очень мало по уборке. С раннего утра до позднего вечера комбайнеров невозможно было с поля выгнать. Даже если дождь шел, стояли, обсыхали комбайны, обсыхал жнево и опять шли на уборку. Лепшая господарка по уборце сбожевых – агрокомбинат Паўднёвы Гомельского района. Сярод комбайнеров Василь Коваль и Виталь Ильев за агрокомбината Холмич Речицкого района. Лепшая по нарыхтовце кормов працуют у Гомельском и Ветковском районах. Переймать передовой опыт працы у живёлагадоўлі теперь можно на Мазырщине. В этом году при всех климатических проблемах, которые мы сегодня имели, тем не менее 1,088,000 тонн мы получили. Если проанализировать работу вообще аграрного сектора в этом направлении и в этой пятилетке, то, конечно, приятно отметить, что область в целом в среднем имеет по 1,290,000 тонн ежегодно. Поэтому я думаю, что это для Гомельской области еще не предел, и мы с каждым годом должны и будем добавляться. Олег Сінцюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Єльська. Центральный район Гомеля отзначил 75-годовый юбилей. С этой нагоды у громадско-культурном центре отбылась урочистая концертная программа с уделом президентского оркестра Республики Беларусь под керавництвом Виктора Бабарыкина. Перед пошатком в фойе разместились стенды буйных предприемств Центрального района. Жадающие могли не только ознакомиться с их продукцией, але и дегустовать некоторые виды. Центральный район Гомеля был утворен указом Президиума Верховного Совета БССР от 19 липня
1940 года. Сегодня на его территории проживает больше за 100 тысяч человек. Знаходится больше за два десятки промысловых предприятий разных форм власности. Дейничают установы эдукации, культуры и спорта. Со сцены гушали віншування у адрес людей, которые своей працей унесли важкий уклад у развитие центрального района. Творчий часткой вечера стал концерт президентского оркестра Республики Беларусь под керавництвом Виктора Бабарыкина. В этом году удалось сделать больше, чем обычно, но останавливаться мы не собираемся. В планах у нас открытие новых пляжей, дублеров центрального пляжа, благоустройство дальнейшей территории города. Причем будем делать акцент уже не только на центральную часть, которая у нас сегодня достаточно хорошо благоустроена, озеленена. Мы будем делать свой акцент в нашей работе на новые микрорайоны, которые нуждаются в этом, наверное, больше всего, потому что дома построены, инфраструктура создана, пришло время наводить порядок, наводить красоту. Одним из подарунков до юбилея центрального района стала книга, которая рассказывает про его историю, сучасность и перспективы развития в будущем. Новое выдание читачу представили у городской библиотеки имя Герцена. Там, где сердце города, центральный, 75 годов. Под этой назвой описание минулого, сучасности и башення будущего района. Усе его життё под одну вокладку собрала творчая команда выдавецкого дома «Вечерняя Гомель Медиа». Авторство книги журналист Юлия Митрахович делит с целым шерогом фотографов. Дарыши, на 250 сторонках представлены не только сучасные фотографии, але и уникальные архивные кадры. Работа над этой книгой заняла 4 месяца, потому что нужно было поднять архивы, документы, публикации. Нужно было просить множество людей. Ну, работал авторский коллектив, наши фотографы, журналист. Ну, понятно, что центральный район – это сердце города, это его изюминка. Здесь сосредоточены, ну, в наибольшей степени и наука, и культура. Поэтому, ну, наверное, оценку даст читатель. Новое выдание стало уже 6-м серии «Любимый Гомель». При этом оно не станет кропкой циклу. Однако то, и какая книга станет наступной, выдавцы вырашили покинуть у сокрытия. Протягиваем выпуск. Напередодні означили день боротьбы супраць цукрового диабету. На данной этой дате статусу сусветной оправдано, для захворывания нема межаў. Сярод эндокринных патологий яно займае первое место по распаўсюджанасці. Як выстоять перед сусветной тенденцией и не пополнить статистику особистым выпадкам, разбиралась Ганна Ковалева. Мария Нестеренко с диагнозом цукровый диабет живи уже 10 годов. Инъекция инсулина для ее справа звыклая. Процедуру проводить раницы и увечеры. Плюс особное от членов семьи меню. За долгие годы, признается женщина, жить со своим захворыванием она привыкла. Диету соблюдаю, лекарства принимаю, сама дома лечусь, участкового своего выписываю. Хорошо я себе чувствую. Надо соблюдать диету, подписание врача, и все будет нормально. Самый высокий 4-й уровень стационарной допомоги таким пациентам у Гомельской области оказывают только у науково-практичном центре радиационной медицины и экологии человека. Сегодня тут есть уникальное обсталевание, которое позволяет не только загодя выявить ускладнение от захворывания, але и предохилить их зусім. В целом-то сахарный диабет – это образ жизни. И любой человек, ведущий неправильный образ жизни, он уже попадает в категорию граждан повышенного риска. Это избыточная масса тела, это курение, это употребление алкоголя, это фоновые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, что само по себе с сахарным диабетом отягощает течение друг друга. Правда, лад и ритм сучасного життя зусім не спрыяє выполнению этих простых правил. С цукровым диабетом живе прикладно каждый 20-й жихар планеты. Практично во всех краинах света уровень захворывания неухильно расте. Неприемная динамика назирается у Беларуси. Только у Гомельской области 42 тысячи диабетиков. З их 300 – это дети. С початку года выявлено 4 тысячи новых выпадков. И эти личбы перезаходят дадены аналогичных периодов по передних 2 годов. Достаточно всего лишь придерживаться правильного питания, правильной физической нагрузки, рациональной, спокойной жизни. И порой, да, сахарный диабет выставлен как диагноз, но у человека стабильное нормальное состояние, хороший уровень глюкозы без приема медикаментов. И, в общем-то, человек здоров. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Психологи Министерства по надзвычайных ситуациях Беларуси и России провели в Гомеле плановые командно-штабные учения. Специалисты отпрацовали пытание оказания психологической допомоги потерпелым у вынику надзвычайных ситуаций. За учениями назирал Максим Савин. Психологическая служба МНС Беларуси наличивает около 30 человек. Это супрацовники Центра кризисной психологической допомоги, а так само психологи областных и Минского городского управления. Задача оказания допомоги потерпелым и повседневное сопровождение работы вартовальников. Існует долготерминовая программа международного супрацовництва психологов МНС России и Беларуси. Это и учение – один из этапов взаимодействия. Опыт, которым располагает Российская Федерация, психологи России значительный. И они щедро делятся с нами этим опытом. В рамках программы сотрудничества происходят не только теоретические занятия, теоретическая подготовка наших специалистов на базе Центра экстренной психологической помощи в Москве, но и отработка различных практических элементов, вот один из которых мы сегодня стараемся и применить. Вучэнні проходили у Гомельском инженерном институте. Згодно с легендой, у организации отбылась надзвычайная ситуация радиоактивного характера. Потерпели как белорусские, так и российские громадяне. Специалисты развернули мобильный пункт часового размещения, где потерпелым и их семьям оказывали психологическую допомогу. Параллельно, как у Беларуси, так и у России, починали работу горячие телефонные линии для информования насельництва. Складались списы потерпелых. Специалисты-психологи обедвух краин подтримливали постоянную связь и обменивались информацией. Руководители психологических служб взаимодействуют друг с другом в прямом режиме с помощью телефонной связи, с помощью скайп-связи, с помощью интернета и так далее, потому что необходимо будет передавать списки пострадавших, когда они появятся в эвакуации, будет необходимо передавать уточненную информацию по месту нахождения этих людей, об их количестве, гражданстве, возрасте. Одним из этапов учения была и работа со сродками массовой информации. Выником теоретичного и практичного взаимодействия психологических служб МНС Беларуси и России повинна стать выпрацовка одного стандарта – предоставление информации и оказание экстренной психологической допомоги потерпелому вынику надзвичайных ситуаций. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сусветный день памяти ахвяр дорожно-транспортных здарэнняў означается штогод у третью неделю листопада. Супрацовники Гомельской областной дзяржаўтаінспекцыі ствараюць уникальные программы и імкнуцца притягнуть увагу разных категорий удельников дорожного руху, каб ушановать память загинувших у дорожных трагедиях. Сёлета нагадаць моладзі о правилах бяспекі інспектары ДАІ вырашылі у гульнявой форме. Профілактычную акцию под назвай «Хуткасць важная на поле, а не на дорозе» организовали для выхаванцаў отделения хоккей на траве «Дзюшар номер один». На жаль, дорожно-транспортные здарэнні – першая по значности причина смерти молодых людей. С пачатку гэтага года у розных кутках в области 43 подлетки атрымалі травмы, и одно маленькое сердце перастало биться. У целом на Гомельшине колькасць дорожных здарэнняў снижается. Тем не менее, на данный момент у ДТЗ потерпело больше за 400 человек. Ведь это так легко действительно не нарушать и сохранять при этом и свою жизнь, и своих близких, пассажиров. Тем самым дороги нашей Гомельщины будут безопасными для всех участников дорожного движения, как для водителей, так и пешеходов. У Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена открылась выстава пейзажных работ под назвой «Прыгажосць родной природы». Нас у жыхароў и гостей областного центра ей представили выкладчики Гомельского державного мастацкого колледжа. Большая из них является членами Союза мастаков и Союза дизайнеров Республики Беларусь. За 26 годов деятельности установы яны подрыхтовали больше 750 молодых специалистов по направках живопись, дизайн, декоративно-прикладное мастацтво. Выкладчики колледжа – это люди, головные профессийные ориентиры яких – раскрытие и развитие у молоди творчих здольностей и выхование у их духу патриотизму. Минавито с этой мэтой летом был организован 10-дённый пленер у Мазыры. За час его проведения было выполнено несколько десятков работ с краевидами родной земли. Усе картины отрымались глубокими, шматгранными, выполненными у индивидуальном авторском стиле, а тому нашли свое годное место на выставе у Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена. На этом выпуск завершены. У студии працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.